Президент США Барак Обама усомнился в необходимости запланированной в Лаосе встречи с президентом Филиппин Родриго Дутерте после того, как последний назвал его «сукиным сыном». Жесткое высказывание прозвучало после того, как Дутерте стало известно, что Обама собирается поднять в разговоре с ним вопрос о внесудебных расправах с подозреваемыми в наркоторговле на Филиппинах, санкционированных самим Дутерте. Я президент суверенного государства. Мы давно перестали быть колонией. У меня нет какого-либо хозяина, кроме народа Филиппин, никого другого. Вы должны нас уважать, а не разбрасываться вопросами и указаниями. Сукин сын, я покажу тебе на этом форуме. Учитывая накалившуюся обстановку, Обама поручил своим советникам рассмотреть целесообразность проведения запланированных переговоров с филиппинским лидером. Исторически так сложилось, что наши отношения с Филиппинами крайне важны, а мои отношения с филиппинским народом всегда были невероятно теплыми и продуктивными. Так что надеюсь, что так будет и впредь. Но я хочу быть уверенным в том, что обстановка и время являются подходящими для проведения переговоров наилучшим образом. Компания по искоренению наркоторговли на Филиппинах стартовала в начале июля. За два месяца были убиты почти 2000 предполагаемых наркоторговцев, на что мировая общественность, в частности США, отреагировали обеспокоенностью, назвав инициативу филиппинского президента нарушением прав человека.